Всем привет! Приехали на наш любимый пляж в Хостинском районе. Он хорош тем, что под водой целые лабиринты из камней. Море становится прозрачным, когда температура воздуха очень теплая, и днем, и ночью. Тогда интересно одеть маску и смотреть за рыбками, ловить крабов голыми руками, собирать ракушки и просто наблюдать за подводным миром. Вот и сегодня мы ныряли под воду. Я поймала краба, он меня сильно ущипнул за кожу. После обеда поднялся слабый шторм, купались на волнах и радовались, что живем у моря. Затем наступил вечер, прогулялись по волнорезам, высматривая маленьких крабов. День прошел чудесно. Давай, пойдем, я чуть-чуть поснимаю хотя бы. Вот такого краба я поймала под камнями. Укусил, зараза, сильно. Аж ранку сделал. Вот такие клешни. Здоровенные. Wow.
красавица. Вот большие сильно. Ладно, иди. Ох, убежал. Хорошо, он меня в ноготь. Побольше, да. Пусть его ломаем. Не надо, Рома. Он вырастет, его потом сжать можно. Ткань все равно будет. У него и так уже одной лапы нет. Делает, выкарабкивается из кастрюли. Почувствовал воду горячую и вылазит из кастрюли. Трындец, да? Иди обратно. На ворот поставим, упадем. А мы понаблюдаем, как он будет подниматься. Человек уже живой церковь. Живой, не знаю. О, какой. Огроменный. Сейчас будем кушать крабика.